телеведущая, корреспондент и политический деятель. Марина Ким встретилась с волонтерами Хабаровского края. На Дальний Восток Марина приехала как доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина и как спикер историко-просветительского форума «История для будущего». С местными активистами Марина Ким обсудила, как они помогают стране во время проведения специальной военной операции. Подробности далее. Мне нравится больше, наверное, получать положительные эмоции от людей, когда ты делаешь свою работу. Вот что привлекает, сегодня мотивирует делать что-то большее. Владимир Притко – волонтер уже 5 лет. Колет дрова для пожилых жителей поселков, помогает проводить молодежные форумы, собирает гуманитарную помощь для участников СВО. В региональный избирательный штаб пришел, чтобы встретиться с Мариной Ким, телеведущей, политическим деятелем и доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина. Может быть, вот даже сюда-то не очень доходит, да, вот эта вся история со СВО, хотя вот вы по своим коллегам все это знаете. Но времена непростые. С начала специальной военной операции Марина Ким ездит за ленточку и снимает документальные фильмы о жизни бойцов. В Хабаровск приехала для участия во всероссийском форуме «История для будущего». А еще, чтобы поделиться своим опытом с местными активистами волонтерских организаций. Говорим о том, что сегодня происходит в стране, какие были изменения за последние 25 лет и какой фундамент заложен на будущие годы. И почему так важно именно сегодня прийти на выборы и сделать свой как бы четкий выбор. Потому что наша страна стоит в очередной раз в истории перед тем, чтобы определить свой путь развития. Очень важно прийти и в этом процессе поучаствовать. Полина Овчаренко, Александр Пискун, Максим Артиков. Смотри Хабаровск. Напомним, что в качестве кандидатов на пост президента России, кроме Владимира Путина, зарегистрированы Владислав Дованков, партия «Новые люди», Леонид Слуцкий, партия ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.